красное, будь со мной. Короче, когда у меня есть цветы, я всегда в хорошем приподнятом настроении, готова раздавать интервью, говорить эхом. Смотрите, какая роскошь, я не могу. Цветочки, 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 цветочки. Глупость, да, такая? Так, все, мне надо заняться делом. Я сейчас буду проводить распаковку корейской косметики. Так, пожалуй, выключу этот фигню эту, как ее. Ждите. Так, короче, лицо обезжирило. Лицо обезжирило. Сейчас, подожди. Лицо обезжирило и умылось. Сейчас маленько хлебну водички. Хлебну водички. Водички, водички. Хлебну водички. Из кружки своей. Ах. Так, время без 10, без 15:06. Охереть. Полдня прошло. Охереть. Здесь, короче, косметика корейская. Так, мне что надо сделать? Мне надо сделать. Взять нож, взять тряпку, чтобы протереть зеркало от пыли, которое стоит на балконе. Ой, как тепло у нас. Когда тепло, я всегда здесь пасусь, на балконе. Так. Кто-то мне еще пишет. Так. Сейчас. Короче, это магазин корейской косметики. Ссылку я оставлю в описании. Девушка является моим зрителем. А для моих зрителей... Ого, ничего себе, какой ветер, да? Ого. А для моих зрителей всегда почет и уважение. И когда они хотят сделать мне приятное, и тем более, представляете, самое-то, что я глянула же на этом сайте, там цены-то очень даже хорошие. А там смысл-то в чем? Индивидуальный подбор косметики. Вот, например, я сказала только лишь, что мне 37 лет, и что у меня кожа нормальная. Обычно, беспроблемная. И все. И мне выслали косметику. Знаете, между прочим, корейскую косметику. Кто смотрел у меня ранние видео? Меня же на Алиэкспресс обманули. Помните, я оплатила крем. Кто меня смотрел зимой? Я оплатила крем. Ждала его. А он мне так и не пришел. А вот сейчас тут есть прям сайт с корейской косметикой. Сейчас скажу. Находится он Волгоград, город Волгоград. Вот, город Волгоград. Я считаю, что нашим больше доверия, чем на Алиэкспресс, блядь, заказать, и не дождешься никогда, нахуй. Никогда не дождешься. Ну и не упаковали, короче, на почте. Ну, упаковали. Так, давай еще зеркало разобью. У матки нет. О-хо-хо-хо-хо. Ничего себе. Так. Так. Смотрите. Девушка моя подписчица. Представляете? Представляете? Так, коллагеновая маска. Ой, блядь. Это что? По-русски написано? Шампунь для волос. Как раз использовать до 12-22. Шампунь для волос. Это что? Светло-бежевый тональный крем. Ой, блядь. Это что? Бьюти. А это Saab. Это мыло Saab. Охуеть. Так, это что? Это кондиционер, наверное? Кондиционер. Смотрите. Шампунь, кондиционер. Это что?
Пилинг гель с гиалуроновой кислотой и крем. Так. Экстракты меда, прополиса, антивозрастной крем для век с медом. Блять, все то, что мне надо. Так. Пилинг гель с гиалуроновой красотой. Так, Made in Korea. Так, подожди, сейчас мы прочтем. Так, натуральный пилинг гель для лица с гиалуроновой кислотой бережно очищает кожу от поверхностных загрязнений, придает коже здоровый вид и сияние. Главный ингредиент — гиалуроновая кислота. Одно, что красота. Глубоко увлажняет, на клеточном уровне способствует поддержанию оптимального баланса, упругости кожи, эластично стимулирует обновление кожи. Способ применения: на очищенную кожу лица мягкими массажными движениями. Нанести средство, смойте теплой водой после применения. Так. Так, мне надо запомнить, что есть что. Перлинг гель. Так, пилинг гель. Это просто типа умывалка, да? Я сейчас коробки-то выброшу. Так, типа умывалка. Так, только для наружного применения, но это мы знаем. Так, ладно, пока коробки не буду выбрасывать. Но это нужно все в ванну отнести. Можешь попробовать? Это что? Ага, какая капсула. Ага. Так, ага. Антивозрастной крем для век с медом. Вот, видите? Вот. 37 лет. Пора. Так, экстракт меда прополиса глубоко питает кожу вокруг глаз. Прополис оказывает ранозаживляющее противовоспалительное действие. Он смягчает, придает бархатистость, способствует восстановлению эластичности и тонуса кожи. Способ применения: нанести крем на очищенную и тонированную кожу, использовать утром и вечером. На очищенную и тонированную кожу. Можно так и так. Крем под глаза нужно наносить легкими похлопывающими движениями. И ни в коем случае нельзя тереть и растягивать чувствительную кожу глаз. Но это мы знаем. О, какое мыло. Почем такое, интересно? Короче, я ссылку на сайт. Он такой ароматный. О, какой аромат, такое приятное мыло. Очень даже. Так, у меня этот сейфгард вонючий закончится. Вот это положу. Сейфгард мне не нравится. Размокает такое все. Очень руки сушит. Это антибактериальное мыло. Тут что про это написано? Так, мыло для лица и тела. Угу. Для лица и тела. Шикарного моего тела. Хорошо пенится, легко смывается, не оставляя чувства, ощущения пленки. Имеет приятный аромат, хорошо очищает, не сушит кожу, отшелушивает мертвые клетки, делая кожу мягкой и гладкой. Состав: вода, сахароза, экстракт огурца, кокосовое масло, оливковое масло, касторовое масло, масло ши. Не дохуя добра сложили. Так, кокосовое масло, лауриновая кислота, миристиновая кислота, стериановая кислота, глицерин, гидроксин натрия, пальмутированная кислота, бегеновая кислота. Так, ладно, это что? Я уже забыла, только что смотрела. Тональный крем, прикинь. Тоналочка. Чтобы у меня кожа была всегда такой румяной. Подожди. Ой. Я свои черные точки замажу. Ну, конечно, тут я так, это, много. Но это, естественно, не для лета. Ну-ка. А вот какой выход, если вечерний? Заебись, да, когда тоналка есть? Ну-ка. Подожди, дай-ка я зайду сюда. Тут посмотрю на освещение. Ой, да, конечно. Ты посмотри. Не такой, нет покраснений вот этих вот подростковых. Черные точки замазала.
Ой, блин, да, блин, надавила, жалко, сейчас мне будет перепроваживать его. Ну-ка, подожди. Так, мне нужны кисти. Инна бьюти-блогер. Так. Так. Вот. Вот, если ты будешь пуховкой наносить, то, конечно, это я с дуру-то. Вот. Да-да-да-да-да-да. Видите, ушла вот эта вот краснота, вот это вот неблагородное. Лицо сразу таким. А знаете, он такой легкий. Вот я его сейчас растушевала. Блин. Я ссылку оставлю. Это что? Так, это я сейчас об этом я буду завтра после души. Маска для лица женьшень коллаген. Маска с красным женьшенем коллагеном увлажняет кожу, возвращает ей эластичность, способствует защите от негативного влияния. Слушайте, я очень много слышала отзывов про корейскую косметику. У меня вот есть подружка, короче, Ольга, она вообще только ее берет. Вообще. Антивозрастной крем для век. Где он? И тут же еще написано, на очищенную и тонированную кожу можно. Еще так, еще, знаете, так хорошо, что его много. Обычно крема для век, его там, знаете, сгулькин хрен. А тут посмотри, какой шприц большой. Так, сколько тут миллилитров? 40. Сейчас мы. Ла-ла-ла-ла-ла. Нихера себе, да, Инна бьюти-блогер? Ха! Ну, вот, знаете, глазам у меня стало поприятнее, чем было. У меня такое ощущение было, знаете, после чего? После этих прилепушек так для глаз, такие питательные, зеленого цвета у меня такие были, как его. Вот сюда можно такие... Ну, поняли, нет, для чего я говорю? У меня вот такое же ощущение. Такое ощущение, что маленечко морозит, хотя морозить-то не должно. Или это может такой эффект, что на тоналочку я это сделала? Бля, так мне, слушайте, мне лицо с тоналкой больше нравится. Ушла, да, вот эта вот подростковая, вот эта вот юношеская хуйня. Я всегда с ней так боролась. А если вот чуть-чуть его пользовать? Так, Made in Korea, рептит. Блять, фактор защиты 50+. Не 50+ лет, а 50+. То есть он для лета. Так. Необходимо применение нанесения поднимает тонального средства равномерно растушуйте, используя специальный спонж, кисть или подушечки пальцев. Так. Тут что пишут про шампунь. А что про него написать? Уход от корней. А, это кондиционер. Так, подожди, это кондиционер. Уход от корней до самых кончиков. Комплекс из белков, масел, коллагена, экстрактов растений. Отлично очищает волосы, питает их, делает эластичными, увлажняет. Также обволакивает волос. Защищает от внешнего агрессивного воздействия среды. Где вода? Пить хочу.
Благодаря мягкому пенообразующему природному ингредиенту в составе, не вызывая раздражения, предотвращает проблемы с кожей головы и повреждения структуры волос. У меня еще голова чистая. Жалко. Жалко, что чистая. Нет, нет, не жалко, что чистая. Жалко, что я... Надо было начать снимать свой бьюти-блог с этой, как сказать. А что это? Я же запомнила. Ну, крем охуенный. Знаете, что вот этот крем у меня... Я с чем сравниваю? У меня есть Гарниер Биби-крем. Хуйня полная. Полная хуйня. Вот там у меня лежит. Я вот думаю, кому-то, может быть, отдать, что ли. Он, смотрите, лето, жарко сегодня, 26 градусов. А посмотрите, он как хорошо лег. Слушайте, ну тоналка 100% охуенная. Короче, я вам еще завтра скажу. По поводу вот этой косметики я вам скажу завтра утром. Я буду пользоваться ей с утра. Проснусь, пойду в душ, как обычно, и намажусь. А это что? Я забыла. А, это умывалка. Это пилинг-гель. Замотали, посмотри. А я так-то не хочу. Надо поэкономить. А ну что поэкономить? Пойдем умоемся. Ну-ка, дай-ка я рассмотрю. Вот. Ну реально. Чего я в камеру-то делала? Вот. Ушла краснота. Ушла краснота. Понимаете, это вот подростковая, вот эта вот юношеская красота. Давай, разбей зеркало. Чего тебя еще ждать? Знаете что? Он не тяжелый на лице. Нет ощущения маски. Нормально. Ну-ка, пойду-ка я умоюсь. Так, подожди. Это сразу. Так, это подожди. Это вот сюда. На почетное место. Так, дай-ка я микрофон уберу. Промою. Так. Ну-ка, подожди. При комнатном освещении. Нормально же. Щеки-то, краснота-то ушла, щеки-то не красные. Так. Там не все подходит. Так, маска, мыло. Это все надо в ванну отнести. Лишнего не выбросить, это что? Я попробую эту, как его, умывалочку. Это у меня в аккурат заканчивается шампунь. Это у меня гребаный клир остался от этого. Так. Как он? Клир остался. Ох, такая хуйня, блядь. Ну, я не знаю, может, он и не хуйня, но вот, короче, от перхоти хуйня полная. Так, это я сейчас попробую. Мыльца. Мыльца вот тут у меня хранится. Крем сюда. Маска сюда. Так. Ну-ка. Сейчас попробую. Да где эта штука? Так, что там? Просто умыться, да и все, да ведь? О, знаете с чем? Вот с какими, с микрогранулками.
его. Щечки, щечки, щечки. Представляете, да? Зачем заказывать на Алике, если тут точно такие же хорошие, выгодные цены? Не надо ждать очень долго. Из Волгограда придет быстро. Из Волгограда придет быстро. Цены хорошие, в наличии много товара. Вот видите, краснота вернулась. Видите, как станалочка хорошо. Я, короче, вечером буду тоналкой пользоваться. О, блядь, нос чешется. Выпить, что ли? Всегда. Всегда радуюсь, когда у меня дома есть цветы. Еще розы. Видите, розы. Еще вот такие лютики, которые не пахнут. Это что, сухоцвет или что? Или пахнут ли? Вот эти синенькие. Та-дам-та-дам. Та-дам-та-дам. Инна бьюти-блогер. Знаете, ощущение того, что чисто, есть. И ощущение того, что прямо чисто до скрипоты, вы понимаете? Короче, ссылку на этот канал... Ой, не на канал, и на блогер. Ссылку на этот интернет-магазин я оставлю в описании. Там, может, что себе присмотрите? Девочка хорошая, моя подписчица. У меня хуёвых не бывает. У меня все классные. Неврушки. И на бьюти-блогер. Новый этап.